Добрый вечер. Прощай, старый год. Вер, давай выйдем, а? Новый год же! Сань, у тебя там человека убили. Ты что, напилась? Я? Да. Может, тебе рюмочку? Ты кому это сказал, быдло деревенское? Нет, если надо очень срочно уйти от любовницы, то один раз можно сделать так. Да, это можно, но только потом нужно либо способ менять, либо любовницу. Вот. Хорошо, если задействован ребенок. Его можно, если маленький, купать. А если большой? Еще больше купать. Уже больше. А вот как объяснить, что ты не уходишь от жены? Дети. Опять купать. Нет. Пусть подрастут. Понимаешь, я помню, как в детстве от нас отец ушел. Я сразу работать устроился. В 5 лет. Лог грузил. Пусть хоть немножко подрастут. Еще неплохо. Жена больна. Понимаешь, у меня жена больна. Пусть хоть немного подрастет. Выздоровеет. Или наоборот. Не, нехорошо. А жалко. Мама. Мама, тем более жалко. Теща, вот кого не жалко. Понимаешь, зайчоныш, Светлана Ивановна так девчонок любит. Пусть она хотя бы немного подрастет. Выздоровеет. Подвыздоровеет. Вот. Ну и, конечно, оптимальный аргумент, если ты сумеешь его правильно подать. Понимаешь, надо чуть-чуть подождать. И тут главное не засмеяться. И, конечно, не конкретизировать, чего именно тебе нужно подождать. Должно возникнуть впечатление, что вот-вот что-то произойдет, и тогда все решится. А если все-таки спросят? Ну, тогда первый вариант. Нахера они все это сделали? Зовут вас